Буэнос диэс, мис керидос амигос. Ядерный рассвет заряд ваши экраны. Это значит, что мы продолжаем шляться по пустошам. Это Fallout New Vegas. Так. Давайте для начала посмотрим, что у нас по оружию. Гранат нету. Так-то пизже. Еще пизже. Так. Пилим. О, какое-то тело идет. А, ханы вроде. Да, ну-ка, 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 сука. Так, ну-ка, что тут есть хорошего? Надо какое-нибудь говно стряхнуть. Так, боевой нож. Неплохо. Ковбойская винтовка. Винтовочпор. Гидрогильзы. Так. Грязная вода. А нахуй на лотерейный билет, а? Это мне еще нахуя. Сиги тогда забираем. Кто тебе такое сказал, что я перегружен и не могу бежать? А хуй здесь залезу. Так. Каньон Ред Рок. Опасно нахуй. Так, мне походу туда. Нет, мне все-таки куда-то туда. Получается, зря я сюда забрался, что ли? Или мне вон в ту дырку? Ну, давайте в ту дырку посрать. Так. Так, так, так. Что-то как-то подозрительно тихо, блядь. Один хан, и все. Что-то у меня совсем тухленько. А нет, вон еще парочка. Ой. О, да вы тут не в одиночестве. Так, братан. Так, стимы есть. Есть. Пани ты похуй. Да как так-то, блядь? Ёбаный в рот, да как?
Да как так-то, блядь? У, сука, с последнего сейва придется. Так, стволы. Закидайте к динамитам, что ли? Я теперь понял свою оплошность. Отжал капслок. Включает режим, когда всегда бежим. Ой, улыбнуться хотел, не вышло. Иди сюда, женщина. Время резать. А, нет, тут уже мужик. Flawless victory. 12,7 пичих лет у меня есть. Ей нет. Нихуя. Надо что-нибудь стряхнуть. Пусть у тебя в рюкзачке найдут садового гнома, а потом думают, какого хуя он там забыл. Поднимаемся. Здесь четверо. Ёб вашу Машу. Сохраняемся нахуй. Fuck off and die. Где там эта хуйня? Ебать вас тут. Так, отъехал. Отъехал. Я его не вижу, блять. Ой, я квест провалил. Они все равно меня не любили. Пригодится. Это тоже конфискуем. Бухло.
Лишним не будет. Так, а порты ему здесь нахуя? Ёб твою мать, сколько у них тут еды. Я вот-вот не смогу бегать. Так, надо что-нибудь туда упрятать, потому что, ну, блядь, я столько не могу нести. Не. Давайте, знаете, как сделаем? Попробуем съебаться. Писю в уши. Надо разгружаться. Так, ну давай смотреть. Этого, за это говно много не дадут. Вискарь мне, в принципе, не то чтобы и нужен. Так, гильзы ничего не весят. Динамайт. Так, а чё я, собственно, хуйню гражу? Мне же надо похавать. О, грязную воду можно скинуть. Так, я снова могу бегать. Угу. Хуй бы там. Ебать, меня вшторило. Так, сколько у меня? 65. Ту, бля! Можно вообще не морочиться. Так, дайте-ка вспомню кое-что. Быстро сохранение F5. Так. Так, по мне стреляют. Ебаный твой рот, а? Пилить! Так, еще один остался. Вон там на горе. Нет, все-таки сюда. Плык. Где ты, блядь? Вон ты, бля. Это стала твоя ошибка, дядька. Так. Ментаты мне пригодятся. Так, охотничий револьвер. О! Следующий уровень. Так. Оставь себе. Уровень 13. Так. Сколько? 15 очков. 60. 30. Так.
Скилл мне не положен. Так, чё в комоде? Нахуй. Вот это интересно. Да насрать, что я карму потерял. У этих-то ребят похуй. Срало. Так, теперь он к тем троим надо сходить, я их так и не обшарил. Чувак, да ты же всрала. Так, обходим. Вон еще одна отдыхает. А, охотничьего дробовика у меня не было. Я почему думал, что был. Так, сундук. Нахуй не надо. Так, надо куда-нибудь съебаться, чтобы пополнить, так скажем, запасы, как бы вам так попроще сказать, баблища. Да не хочу я ставить маркеры. В новок съебусь, так и быть. Там, небось, это, с медициной будет. Ой, у меня даже игра подвисла, нихуя себе, блядь. NCR took back Nelson. Maybe they can win this war after all. Так. Надо что-нибудь поесть, наверное. Что у меня по массе? Еще 4. Еще 2. И пиво засадим. О, все, живем, ебать, банкуем. Хуй бы я эту тетку в шляпе догнал. Так, 482 крышки. Эти штуки мне точно пригодятся, только я эти приторчу. 482 крыги. Так, продам-ка я их хреномет. Ножец. Винты. Нахуй. Тоже нахуй. Броня пиздец. Нахуй. Сиги. Пивчис. Пистолеты 22-го кала. Дубинал. Чисто ради избавления от веса.
Что-нибудь еще можно зацепить? Допустим, это будет гидра. Another satisfied customer. Ёптать. Хых, получилось. Так, что у меня теперь по массе? 192. Нет, это очки здоровья. Вес 186. Так, сколько у меня там предел? А, 160. Значит, я еще в порядке. Значит, снова в каньон пиздуем. На всякий случай. Так, теперь надо сориентироваться нам туда. Куда-то. Это называется «хуй найдешь дорогу». Я так чувствую, я сейчас по таким ебенищам полезу, что мне самому страшно становится. Ой-ой-ой-ой-ой, падаю. Блять, значит, мне явно не туда. Кабинеты задумчивости. Ебучий хуй. Просто ебучий хуй, а. Небольшая техническая накладка бывает. Так, шуршали дальше. Это понятно, что мне надо аккуратным образом вон туда сползти. Бздык, бздык, бздык. А, ёпта. О, еще два тела, которые мне уже не нравятся, блядь. Пилить. Запилено. Пригодится. Да ну нахуй, не заметила. Ебись-то провались. А сейчас лучше сделать F5. Я что, и головинку отгрыз? Так, я здесь не одинок. И по мне уже шмуляют. Ой, блядь, какой-то опасный. Так, я в борт. Бзынь, 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 бзынь. Сюда подошли, ёб ваши. Чё вы там как эти, шкеритесь? Привет, Джеки. Так. Не знаю, откуда у них столько бафаутов. Камон так камон. Тема сисек не раскрыта. Я так понимаю, что я положил квестового перса. Хуёво. Ништяк. Да у них тут целая лаба, ёб твою мать. Так, а есть где вздремнуть, а? Вы... Так. 8 вечера.
Это значит 4 часа, так. Пусть это будет 11 часов. Заебись. Доспались. Чё здесь? Заебись. Живём, ебать, банкуем. Так, здесь, видимо, спальня. Здесь пусто. Здесь еще одна спальня. Я так понимаю, что я рванул не в то место. С головой она была лучше. Так, что у меня в итоге по квестам? Блять, куда я забрался-то? Кстати, а не может быть такого, что блок надо обходить с севера, чтобы сюда забраться? Потому что, как видишь, я пришел совершенно не туда, куда хотел. Я думал, здесь есть сквозной проход, но здесь хуй на массу. Замыкание, ебать. Ладно, мы ебали, не пропали, да ебем, не пропадем. Так. Карта мира. Блять, я вроде как и недалеко. Вот только на севере. Так, а может мы пройдемся на Альфу и Дельту? Поэтому давайте в Болдер-Сити нахуй. Обоссаться не подмыть, спрос, блять, я в ахуе. Так. Карта мира, ну давайте на Дельту. Так. Так, Альфа где-то там. На всякий случай достану струляло и сохранюсь. Музычка мне что-то нихуя не нравится, господа. Я так чувствую, что сейчас на меня наедет Легион. Просто вот как по заказу, блядь. Так, туда мы идем. Туда, блядь. Ой, пёсы какие-то бегают. Главное, чтобы баба Клава не пришла, а то как в прошлый раз, ну, 2 часа с ними трахаться, да ну его в писю просто. Оп, собаки на меня увидали. Ой. Были собакины, нету собакинов. Как так? А как так вышло? Что ему напихали, вышло? Водичка. Какая-то станция, блядь. Ёб твою мать, так это ж наш пост. Ну да, мы на месте. Эй, welcome aboard. This post isn't someplace...
All right. Rangers. Just the usual. Legion scouts try to slip across the river. Так, один нашли. Окей, ёпта. До поста Браво мне ебашить, не переебашить. Причем не всегда по... Так, обратно в Болдер-Сити. По-бырому. Так. Теперь наводимся на Дельту. Ага, нам тунды. Вон, вот эта центральная метка, как раз, которая чуть ниже СЕ, она на Дельту идет. А вот, собственно, и вышка, по-моему, дельтовская. Я на всякий случай петушитель достану. Ягодки. Аж хуй узнает, кто сейчас может решить на меня наехать. Не удивлюсь, если увижу здесь легионовские рожи. Лезь, блядь. А, здесь радиовышка так сделана. На горе. Окей. Так. Кто ебется в дождь и в грязь? Наша доблестная связь. Коли нет дождя и грязи, нас ебет начальник связи. Так. Этих бедолаг мы оповестили. Так, это тоже НКРовец. Так, а что у нас по хронометражу, господа? А у нас 32 минуты, поэтому, наверное, на этом будем сворачиваться. Как говорится, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, пиписька. И до свидания. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.